насчет приветствую, пока есть время, запишу еще один видеоролик. Дороги, с пробки. Такие пробки у нас небольшие. Значит, где лучше работать, да? Давайте вот поговорим вместе, вот, порассуждаем там, поделюсь своим опытом. Где лучше работать, чтобы более-менее заработать, и где вообще, то есть, какие-то перспективы, да? То есть, ну вот молодым, да, лучше устраиваться уже, знаете, в какую компанию, да, которого только начинает как бы свои делать первые шаги, развиваться. Потому что если будет компания как бы расти, да, то есть нужно будет новых сотрудников набирать, продвигать они будут уже с кем начинали. То есть, как правило, с кем начинали, этот человек может легко как бы дорасти там до управляющей этого компании, вплоть там стать там чуть ли не учредителем этой компании, либо, ну, вообще, то есть все зависит от человека, вот, от самого, от его желания. То есть если у человека будет желание, да, то есть он это однозначно добьется всего, чего он хочет. Расскажу немножко там из своей, как бы, из своего опыта, из опыта друзей. Значит, не буду называть компанию, да, то есть, ну, одна такая крупная компания, и туда эта компания, как бы, у них целая сеть агрозаправок по Поволжью, да, то есть не в одном регионе, а по Поволжью. Вот так довольно такая крупная. И, значит, пару моих знакомых устроились туда, в эту компанию, работать менеджерами по продаже топлива. То есть эта компания еще занималась оптовой продажей топлива. Вот они туда устроились, да, там поработали. Кто-то там 4 года, кто-то там из них, их трое сейчас у них своя компания. Один вообще один год только проработал. Вот. Получается, зарплата у них была, вот, получали они в процентах. То есть, ну, вот, сколько продадут и столько заработают. Там вплоть у них выходило до миллиона в месяц. Один там 4 года поработал и купил там 2 квартиры, значит, одну сдает. Ну ладно, не будем разговаривать там, что он купил. Значит, в компании там начали происходить изменения, там посчитали, что слишком большие у них зарплаты, и решили там сократить, да, там в район до 200 тысяч. Вот, кстати, разговаривал, и многие начали уходить, да. Вот у одного парня спрашивал, он 4 года проработал, почему ты решил уйти? Ну, 200 тысяч начали платить, вот, сократили вот эти проценты. Ему говорят, тебе 200 мало, ну, говорит, в среднем получал 400-500 тысяч, 400-500 тысяч, и сейчас как бы начали платить 200, маловато. Вот они скооперировались втроем там, не буду называть фирму, вот, скопировали втроем, открыли организацию свою, опыта они набрались там, где, то есть, покупать знают, кому продавать, у них свои же клиенты и остались, как бы, вот, ушли, открыли свою организацию, сейчас в лизинг набрали транспорта, в принципе, успешно развиваются. Вот так, ребят, все и происходит. Поэтому куда ты идти там работать, какую-нибудь там бюджетную организацию, не знаю, как бы, стоит, не стоит там. Мне кажется, если идти туда, люди найдут с мыслями, что там нахапать, если что-то украсть только, если. А так вообще, какие там перспективы могут быть? У бюджетных там зарплата всегда как бы ограничена. Но можно идти вот там, что-нибудь там с IT связанное, в таком формате, как бы. Вот у меня сосед как бы работал раньше на Чапаевском заводе там каким-то экономистом, вот, а сейчас он работает из дома, вот, в IT-сфере, говорит, спокойно, дома, 150-200, как бы, легко. Поэтому, ребят, как бы, жизнь ваша, ставьте цели, и, как говорится, только вперед.